Трое мужчин, которые сбежали из изолятора в Туве, до сих пор на свободе. Полиция задержала 6 беглецов. Их обнаружили на востоке республики, причем возле разных населенных пунктов. Напомним, 14 апреля двое заключенных ранили дежурного сотрудника и открыли другие камеры. Работников изолятора уволят, если докажут их вину в побеге. О других новостях в двух словах расскажем далее. В Красноярске избили оператора дорожной камеры ГИБДД. Само оборудование стоимостью 2,5 миллиона рублей злоумышленники унесли с собой, но плохо спрятались. Их машину обнаружили в соседнем дворе. Свой поступок нетрезвые мужчины объяснили так: не положено ему на районе снимать. Ранее они уже не раз нарушали закон. 5 аэропортов Красноярского края стали федеральными. Распоряжение подписал председатель правительства Дмитрий Медведев. Это решение поможет сохранить северный аэродром и остановить рост цен на билеты. Работу воздушных гаваней будут субсидировать из федерального бюджета. Тигр из Роева ручья предсказал итоги второго тура выборов в Украине. Перед хищником поставили 2 одинаковые коробки с мясом. Отличались они только портретами кандидатов. Тигр долго не мог определиться, поочередно обнюхивал оба ящика и все-таки проголосовал за Владимира Зеленского. Исход первого тура выборов в зоопарке предсказывали медведи. Они не ошиблись, указали на Порошенко и Зеленского.